Всем здравствуйте. Сегодня иду на тренировку. Будет у меня тренировка грудных мышц. Вот, и хотел по дороге немного обсудить того этого, как его, бодибилдинг. Наш спорт, вон все-таки какие-то сидят в машине. Так. Ой, такой спорт у нас сложный вообще. Но сложным его сделали и сами спортсмены, и федерации, и люди вокруг этого спорта. Хотелось бы уточнить, что бодибилдинг отнюдь не является синонимом здорового образа жизни. Вот, и как бы время не стоит на месте. Спорт, он тоже развивается. Не стал он такой, приобрел монстрообразные формы, где побеждает самый большой и самый страшный. Так что не нужно строить иллюзии, что там эстетика, хуетика. Ничего этого уже давно нет. Все, забудьте об этом. Бодибилдинг граничит на таких очень, скажем, отдаленных качеств здоровья и красоты. Так что это уже совсем другое. Не похоже на то, что было раньше. Но это нормально, в принципе. Все развивается, ничего не стоит на месте. И бодибилдинг, он тоже очень сильно изменился за последнее время. И это нормально. Вот, это естественно. И самое, конечно, парадоксальное, то, что люди до сих пор считают бодибилдинг здоровым видом спорта, там еще чем-то. Какой-то натуральный бодибилдинг, блядь, там понапридумываются всякой хрени, блядь. А то, что он сквозь спорт захимиченный, так, блин, это какого-то лешего не обговаривается. Вот, нужно просто принять этот спорт таким, какой он есть. Потому что невозможно построить такую монстрообразную фигуру, не употребляя допинг. Но люди же, блядь, все равно пытаются же там что-то сделать. Нет, а вот я ж там особенный. Сколько таких уже было? И что, что они сделали? Ничего они не сделали. Ну, выступали они на соревнованиях, я их видел. И ни одного. И что они там? Пролетали, блядь, как фанера над Парижем. Эти натуральные атлеты, они всегда пасли и будут пасти задних на соревнованиях. Ой, что-то у меня сегодня такая тяжелая сумка. Еще и штатив с собой взял. Все в одной руке тащу. Так. Так что такие вот дела. Еще увидимся уже на тренировке. Это пипец. Thank you.
Thank you.
Слишком медленно ты пропускал. Сэджу. Блин, второй раз. Сейчас вроде еще один снимусь. Че, потренировался я маленько. Но вынужден был прекратить свою тренировку, так как получил травму. Это моя вторая травма за 13 лет тренировок с железом. Надорвал я, короче, мясцо второй раз в том же самом месте вот здесь. Вот первый раз у меня это было в 2010 году. Вот. Я сжал тогда, и вес такой небольшой был, короче, тогда 140 килограмм, но так как я был на жесткой диете, вот, и надорвал так нехило, короче, полгода заживало. Вот. Ну, я тогда еще отвыступался, еще первый стал. Еще занимался. Вот. И сейчас вот история повторилась. Но сейчас гораздо легче. Надорвалось немного, потому что, как бы, я, во-первых, не на диете. А во-вторых, человек помог мне, как бы, ну, вытащить, забрал штангу, потому что тогда я еще и сам выжил, короче, чудак не понял. Он не сразу уехал, что я от него хочу, я ему хочу забирать штангу нафиг. А он, давай, ты жмешь, красава, нормально все. И я еще сам выжил. Вот, и чувствую, тут у меня, короче, теперь будет эта чашечка немного больше, чем левая. Печально. Вот, это последствия большого количества тренировок, нагрузок, надо отдыхать, блин. Отдыхать я как раз, бляха-муха, не очень люблю. Но придется. Просто не буду жать. Ну и не знаю, наверное, может, с плечевым поясом не буду теперь работать, потому что тут тоже как бы включаются мышцы, когда работаешь с плечами, ручки. Руки даже когда качаешь, тоже грудные включаются, цепляются. Вот, поэтому придется немножко еще отдохнуть, еще переосмыслить, может, еще проблема в рационе. Надо что-то в рационе там подкинуть в своем в питании. И взять каких-то витаминок, хондроитин, глюкозамин, еще что-нибудь там посадил. Желатин опять попить. Вот. Но все-таки основная причина, я считаю, дело в тренировках было. Слишком много тренировок. Очень большие нагрузки, большие веса. Еще самый прикол, вообще локти перестали болеть. Я 170 навешал, я бы еще сам выжил, силы-то были. Потому что я на прошлой неделе, допустим, занимался, я брал, короче, 175. Вот. А это вот так вот получилось. Ну ничего, с кем не бывает. Пока. Ой, грудка моя, грудка страдает. Но сегодня к вечеру уже легче. Как-то. Плюс еще сходил в аптеку, купил, короче, хондроитин и глюкозамин. Вот такой вот. Это, походу, там наш какой-то фармаком. Вот. Стоит, в принципе, недорого. 160 гривен за 60 капсул. Обычно там 30 капсул продают. Почти в эту же цену. Вот, беру там у одной аптекарши. Вот, она как бы фигни не советует. Сказала, нормально. Сначала хотел Доппельгерц. Но Доппельгерц, я там не сомневаюсь, что там хорошая вещь. Вот, я уже не раз беру их не витамины. И взял вот такую вот фиговину, короче, себе. На алгезине. Это, короче, для усунения боли. Вот, и воспаление. Вот, самое главное у нас. Это что? Это воспаление убрать. Когда вот воспаление воспаляется, там все дела, всякие распады происходят, нежелательные, сказать, так сказать, процессы. Вот. И еще что-нибудь возьму. Надо еще сходить, что-то взять. Может, укольчики какие-то. Вот.
коллагенчик мне надо взять. В общем, погляжу, что-нибудь еще возьму. А то чувствую, восстанавливаться, конечно, это дело будет долго. Грудинка. Месяц так точно, потому что в прошлый раз у меня вообще, ну, сейчас я так чуть-чуть надорвал там. Терпимо. Вот, а в прошлый раз у меня вообще там было, ой-ой-ой, и заживало полгода. Я при этом все равно занимался, короче, выступал еще. Вот, ну, видимо, из-за этого и дольше и заживало, конечно. В общем, посмотрим.